Приветствую вас. Давайте для начала попробуем с вами подумать так. Вы говорили о том, что девочке вы очень сильно понравились, она постоянно думала о вас, вы снились каждый день и так далее. Вот подумайте так. Каким вы ей снились? Каким был ее образ ваш тогда, когда вы ей очень понравились, когда она постоянно думала о вас и так далее? Подумайте, каким вы ей виделись тогда. И скорее всего вы придете к такому выводу, что нравились вы ей не тем, каким вы стали после того, как начали встречаться. Нравились вы ей именно таким, немного отдаленным, независимым, суровым, мужественным и так далее. И в тот момент, когда вы стали встречаться, в тот момент, когда вы стали растворяться в ней, в тот момент, когда вы стали бегать за ней, возможно, она поняла, что вы другой. Она поняла, что вы другой, что вы не тот, кто ей представлялся до этого момента. И, увидев, что реального человека, по которому она, ну, скажем так, сохла, реального человека нет, увидев это, она начала вас разочаровывать. И надо сказать, что это нормально. Так обычно бывает. Влюбленность – это ведь любовь не к человеку. Влюбленность – это чувство именно к образу человека, который, как правило, влюбленный сам придумывает. Ну, или сам воображает себе. А реальный человек всего лишь служит формой для этого самого образа. Так бывает. И то, что девушка отказалась видеть вас настоящего, про настоящего я еще скажу обязательно, кстати говоря, говорит о том, что ее чувства к вам не были сильными. Говорит о том, что ее влюбленность была поверхностная. Говорит о том, что ее эмоции к вам были продиктованы определенными желаниями. Скорее всего, желаниями для себя, не для вас, для себя. То есть, ей нужен был такой мужчина, каким она представляла вас. И вы просто были формой. Вы просто были формой для этого самого образа. Как только она поняла, что образу вы не соответствуете, тут же у нее пошел откат к вам. Этим и отличается влюбленность от любви. Влюбленный никогда не принимает человека другим. Он принимает только образ, но не другого человека самого. А любовь всегда принимает любого человека. Дальше. Соответственно, как вы, наверное, поняли, чтобы вновь возродить старые чувства, если это вообще возможно, вам нужно вновь стать тем, в кого она влюбилась тогда. Другое дело, что чувства, раз испытанные, как правило, не возвращаются. Появляется либо любовь, то есть чувство более глубокое, либо безразличие, либо просто симпатия, либо отвращение, потому что неприятно осознавать, что человек
которого ты наделял определенными качествами, оказывается, этими качествами не обладает. Отсюда, кстати говоря, невозможность некоторых людей, бывших в отношениях друг с другом, быть друзьями, раздаться нормально и так далее. И именно в этом все дело. Так вот, значит, это тоже нужно учитывать. Ну и, наконец, последнее. Связано оно с тем, почему вы изменились. Вот вы пишете, что я слишком сильно привязался к ней. Почему вы слишком сильно к ней привязались? В чем заключается ваша привязанность? Чем она стала обусловлена? Почему вы стали нуждаться в девушке так сильно? Ну, как я понял, без нее уже не могли. Что она вам давала? Именно это отчасти уничтожило ваши отношения. Потому что человек увидел, что вы в нем растворяетесь. А ему неприятно. Ему неприятно, что вы в нем растворяетесь. Потому что, растворяясь в другом, вы показываете ему, какой он. А видеть себя в другом человеке всегда неприятно. Ну, это такое, знаете, не очень уютное ощущение, что встречаешься как бы рядом, встречаешься сам с собой. Неприятное чувство. Именно поэтому девушка... значит, ну, охладела к вам. И для того, чтобы вернуть старые чувства, для того, чтобы вообще строить отношения с людьми, ну, в частности, вот, например, с девушками хотя бы, да, нужно, чтобы у вас не было привязанности. То есть, чтобы она была, конечно, но чтобы у нее не было таких масштабов. То есть нет ничего плохого в привязанности. Но привязанность слишком сильная, когда вы в человеке прямо очень нуждаетесь, и без него прямо не можете, и когда вы растворяетесь в нем, это, безусловно, не является чем-то хорошим и позитивным для вас. И то самое важное, это то, что привязанность сама по себе означает, что у вас изначально была некая пустота в самом себе, которую вы пытаетесь заглушить, дополнить другим человеком. Я хотел бы, чтобы вы подумали, что это за пустота, что это за переживание, что это за эмоции. Ведь вы же жили когда-то без девушки, вы же были без нее, были, а потом привязались. Значит, что? Стали слишком на нее полагаться. Она стала источником вашего комфорта. А так быть не должно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.